Сюда. Хотя мой народ мирный, машины, отравляющие наши земли, нет. Те, кто готов сражаться, тренируются в охотничьих угодьях к северо-западу. Спасибо. Может, я загляну, если окажусь там. Еще один заход. Три. Смирись уже. Все кончится. Какие люди. Что тут происходит? Вы о чем-то спорите? У нас тут серьезный разговор, странница. Юл, не надо. Не сейчас. Вот почему я люблю растения, а не людей. Они меньше от тебя требуют. Прошу, прости, Юл. Весь наш народ дружелюбен, но голод ожесточил многих. Похоже, скоро у вас кончится все необходимое. Я могу как-то помочь? Юл права. Нам нужна еда. Так сильно, что мы отправили охотников на север, в старый лес. Мы не убиваем животных ради еды. Точнее, не убивали. Но урожая нет. И выхода тоже. Но это не все проблемы. Машина перебила последний отправленный отряд. Загонщик. Но, судя по словам выжившего, куда более опасный, чем его собратья. Пока он там, я не могу послать людей на охоту. А без добычи нам будет нечего есть. Я видела тебя, когда говорила с Хором. Да. Прости, что не смогла помочь тебе и помочь Зо. Многие считают, что мы выше политики, но это неправда. И я не всегда согласна с Фейном, но мы плодотворно работали вместе. И ты не хотела спорить? Не перед всем Хором, да. Надеюсь, ты на меня не в обиде. Забудем прошлое. Все закончилось хорошо. Сколько племя сможет продержаться на старых запасах? Духи земли продолжают отравлять поля. Может, месяц или два. Хуже всего, что многие смирились с судьбой. Вот Фейн предлагает просто ждать смерти. Но знаешь, смерть лишь часть цикла жизни. Но тебя это не устраивает. Да, и я отправила охотников в старый лес. Фейн был против этого. И он уж точно скажет всем, что произошедшее — лишний повод послушать его. Разберемся. Расскажи все, что знаешь о машине, напавшей на охотников. Она набросилась на них на краю старого леса. Один только Вен выжил и вернулся в песню долины. Ты хочешь расспросить его? Он отдыхает у целителей. Другим четверым охотникам не повезло. Должно быть чудовищный зверь. Ты убьешь его? Я одолела много машин. Хорошо. Нам нужна добыча из старого леса. И еще кое-что. Утару с рождения носят мешочки с семенами. Их сажают, когда человек умирает. Так мы храним память об ушедших и делаем их частью цикла жизни. Ты сможешь вернуть семена семьям погибших охотников? Я постараюсь. Спасибо. Будь осторожна в лесу. Прежде чем войти в старый лес, поговорю с выжившим. Пусть расскажет мне о том загонщике. Вон тот охотник, который выжил. Вен, расскажи о машине из старого леса. Ты охотишься на ту зверюгу? Собираюсь. Ты не против ответить на пару вопросов? Я расскажу все, что смогу. Расскажи подробно, что случилось. Мы впятером охотились на кабана ради мяса.
так же, как и много раз до этого похода. Встретили несколько машин, так всегда бывает в старом лесу. Как обычно, мы их победили. Но на этот раз, сразу после боя, мы услышали рев. Вен, тише. В листве что-то блеснуло. Когти и хвост. Он растерзал Коула, Ри и Зана. Пошел на меня. Ударил по плечу. Пошла кровь. Потом в его шею вонзилась стрела. Мой друг Лао отвлекал его. Прыгал, кричал. Монстр бросился. Лао помчался в лес. Машина за ним. Он успел только крикнуть мне бежать. И я сбежал. Только на полпути в песню долины я понял, что бросил Лао умирать там. Можешь рассказать о той машине что-то полезное? Похоже на загонщика, только сильнее. Намного сильнее. Что-то еще? Его броня темнее и светилась фиолетовым. Спасибо. Кажется, я знаю, что это. Мне пора идти. Не стоит биться с ним. Я знаю, что делаю. Ну, если так, надеюсь, ты зарубишь его. Он убил Лао, моего друга. Ясного тебе дня. Если будут нужны броня или одежда, заходи. Старый лес. Шаэль сказала, где-то здесь на поляне. Там на поляне мертвый Утару. Наверное, один из охотников. Я не смогу забрать семена, не разобравшись с машиной.
Теперь можно взять мешочек с семенами. Вот и семена. Но где остальные охотники? И загонщик, напавший на них. Надо поискать следы визором. Вот. Следы загонщика. Похоже, они бежали от него вглубь леса. Так, мешочек у меня. Надо найти след загонщика и двигаться по нему. Нужно взять его мешочек с ним. Загонщик поймал его и убил. По крайней мере, я верну его мешочек. Надо остановить эту машину. Поищу следы. Так, три охотника. Должен быть еще один. Наверное, загонщик погнался за ним. Здесь остался какой-то налет. Липкий, как смола. Вряд ли это наследил загонщик. Может, какое-то оружие? Похоже, загонщик поднялся на утёс. Лао заставил его подойти. Скала покрыта царапинами. Наверное, машина поднималась тут. Снова налет. Похоже, в нем застрял коготь машины. Охотник заметил ее и продолжил убегать. Следы загонщика кончаются тут, и последнего охотника не видно. Мне кажется, я знаю, почему машины наблюдают за той рассеянной. Сперва надо их убрать. Морозильные снаряды должны сработать.
Надо осмотреть ее. Похоже, Лао оказался находчивым. Их нет? Я не ожидал помощи. Спасибо, чужеземка. Я ищу загонщика. Куда он убежал? Будешь драться? Ну да, я справлюсь. Кто ты? Просто побудь тут, пока я его выслеживаю. Я сообщу, когда... Дальше я разберусь. Я помогу, замедлю его. Не высовывайся и не стреляй первым. Берегись когтей. Убийца охотников – это серьезно. Давай! Я прикрою! Как ты, эту тварь? Это все. Получилось. Ты же Лао, да? Вен думал, что бросил тебя. Он добрался. Я беспокоился. Он сказал, ты отвлек загонщика и спас его. А он спас меня, послав тебя сюда. Что ж, мы квиты. Хочу увидеть его лицо, когда он узнает, что я жив. Тогда беги быстрее. И спасибо за помощь. Замедление мне помогло. Вот, забирай. Надо будет, еще сделаю. Но, надеюсь, понадобится не скоро. Еще один охотник вернется домой. Осталось только вернуть Шаэль семи напавших.
У меня есть... Хочу предупредить. Избегай руин к северо-западу от Песни долины. Разведчики говорят, что с наступлением ночи что-то освещает руины. Что бы это ни было, это ненормально. Я запомню. Что-то освещает руины. Возможно, техника предтеч. Стоит сходить посмотреть. Прошу. Еще один заход. Смирись уже. Там Шаэль. Надо отдать ей мешочки, что я принесла из старого леса. Элой, Лао вернулся благодаря тебе. Мы можем послать новых охотников? Машины в старом лесу не переведутся, но тот загонщик мертв. Вот, мешочки семян. Я прослежу, чтобы эти мешочки получили семьи погибших. Лао и Вен хотят поблагодарить тебя. Ты найдешь их в роще. Ты оказала нам честь, Элой. Земных благ тебе. Поможет тебе ветер, странник. А потом вернусь. Малютка Дрей, смеясь, побежала домой. Ей самой не хотелось. Огромное спасибо за просмотр. Подписываемся, ставим лайки, обсуждаем. До новых встреч. We'll be right back.